Друзья, всем привет! Сегодня у нас небольшой тестик на золотые предметы. Вот я приготовил материал для теста. Сегодня наша цель... Это здесь у меня дождевичок лежит. Идет дождь, гремит гром. Вот. Для теста я сегодня приготовил... В чем будет суть теста? Просто посмотрим, как отличаются сигналы на Эквиноксе на золотые предметы разных проб. Поэтому у меня здесь собраны предметы от низшей пробы до высшей. У меня здесь 375-я проба обручалка, 575-я обручалка, 999-я проба монета. Это 875-я проба позолоченное серебро и 20-граммовый кусок золота, заколка для денег. Золотая проба 14К. Давайте посмотрим, как это будет звучать, если нас тут сейчас гроза, блин, не уделает. Давайте посмотрим, какие будут показания. Давайте мы в режиме поле 2 это все посмотрим. Вот, ну что, начинаем. Проба, я поставил чувствительность 16 на нее, и давайте наблюдать. 375-я проба, показания 18-19. Давайте поставим на ребро. Так, вот так вот. Поставили на ребро. На ребре. Смотрите, показания поменялись. 14-15. Записали. Это у нас была 375-я проба. Возьмем сейчас пробу повыше. 575-я. Давайте. Место я выбрал с минимальным количеством железа. Вот в таком положении берем. Показания упали. Четкие 15. Со всех сторон. Так, давайте на ребро. В таком положении 15, в таком 13, 12, 17. Ну, видите, в зависимости от положения предмета и лежит по-разному. Так, теперь давайте возьмем проба 3 девятки. Маленькая монета весом полграмма. Проба 3 девятки. Какая-то монгольская монета сувенирная. Полграмма золота, проба 3 девятки. Как это будет звучать? Что 575-я? 585-я какая там была? Что 3 девятки? Звучит одинаково. Дальше. Ставим на ребро. Вот, вот на ребре стоит она. Вот похоже. Ну, цепляет. Отлично. Ну что, давайте посмотрим. Ну, это, наверное, конечно, это не золото, это 875-я проба, по-моему. Это советское такое позолоченное серебро. Тоже выкопанное мною. Сразу видите сигнал 34, 26. Ну, как, в принципе, звенится, должно звенеть серебро. Ну, давайте на ребре для эксперимента. А вот смотрите, как вообще интересно, да? Ну, показания меняются в зависимости от положения кольца. Вот так вот. Ну что, и теперь давайте мы какой-то 14К кусочек золота, 20-граммовый, также выкопанный на пляже. Вот такой вот красивый кусок золота. Тоже выкопанный в прошлом году на пляже. 20 грамм золота. Как звенит кусок золота. Как ни крути, звучит 15. Большой кусок золота.
Давайте на ребро для эксперимента поставим. Ой, комары. Тоже 15. Золото и золото. Ну что, и давайте мы сейчас эксперимент. Как это все звучать будет все вместе. Ну, естественно, без этой 375-й пробы, чтобы как все пробы вместе в куче, как звучит золотой клад. Давайте его положим вот так вот. Кольцо. Одно, второе, вот так вот. Вот так вот все это выглядит шикарненько. И давайте послушаем, как звучат кладухи золота. Вот так вот, друзья, звучит кучка золотых предметов. Ну что, вот такой вот эксперимент. В принципе, о чем он говорит? Какие можно выводы сделать? Что, в принципе, золото, которое нас интересует, звучит оно примерно в районе 15-16. То есть это те сигналы, которые многие ненавидят, которые называют их ненавистными. Это те сигналы, которые нужно копать. Что мы и будем делать с чистой совестью. Ладно, друзья, надеюсь, вам понравился мой тест. Пишите в комментах, что вы об этом думаете. Вот такие вот были испытания. Ну, сейчас для того, чтобы многим было понятно, какие были настройки, давайте посмотрим. Так, это частота, нам и не интересно. Отстройка от грунта 3 была. 20 был звук, 16 трешхолд, 50 тонов. Здесь ничего не делал. Ферум 3, отклик от цели 5. Вот такие основные настройки на режиме... это пляж у меня, на режиме пляж был. Вот, блин, я думал поле. Но это тут, блин, нажал короче. Ну какая разница? Пляж так пляж. В основном эти находки все пляжные, поэтому и актуально с ним ходить на режиме пляж. Ну вот так вот, друзья. Все. Убил комара на голове. И на этом мы заканчиваем. Все. Я рад был вас видеть. Пишите в комментах, что об этом думаете. Всем пока.